Добрый день, друзья. Находимся на канале Boston Technic. С вами Роман Чередниченко. Напомню, что компания Boston Technic – это возможность приобрести сельхозтехнику за наличные средства по перечислению, а также в кредит. Сегодня к вашему вниманию представляю трактор К-700А 24 года перерождения. Установлен двигатель ЯМЗ-238 на 370 лошадиных сил. Установлены также двигатель новый, четырехрядный радиатор охлаждения, двухрядный радиатор масляный охлаждения, гидравлика вся новая, электропроводка вся новая, кабина стандартная. Обшивка кабины и все наполнение кабины, все новое. Резина колес новая, как и диски. Гидравлическая система полностью тоже. Все, гидравлические цилиндры, все, гидравлические шланги. Все абсолютно новое. На рулевом стоит дозатор, тормоза КАМАЗ. Электропроводка, повторюсь, наверное, что на 24 вольта переделана. Установлен кондиционер. Видим, состояние прицепного новое, потому что все переработано, все установлено, все заменено на новое. Начиная от гаек, шплинтов, шайб полностью, светотехники, остекление кабины. Все полностью установлено новое. От мостов только остались кожуха, все пары, полуося, все абсолютно новое. Резина новая. Опять лепестки, облицовка трактора вся заменена на новую. Кого заинтересовал данный трактор, звоните, пишите, дадим более подробную информацию, также поможем с приобретением. Всем удачи и добра.